Оперативная информация по природному пожару, произошедшему в Костанайской области на утро 7 сентября. Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет. Производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание и проводится работа на 4 участках. Увеличилась влажность воздуха окружающей среды за счет небольшого дождя. В районе сел Озерное, Лесное и Аман-Карагай ситуация стабилизировалась. Вместе с тем наблюдаются отдельные локальные очаги тления. С момента начала тушения пожара проведено 243 сброса воды. Всего с начала пожара эвакуировано 2091 человек. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 12 человек. 7 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, один работник лесхоза, один работник акимата, 3 сотрудника МЧС. Один человек 1935 года рождения погиб. С очередным мы уже начали обращаться в первую очередь, очень большой благодарность к нашему костанскому народу, всем предпринимателям, всем безразличным людям, меценатам, которые оказывают нам помощь. Мы очень благодарны. Алюковский район это не забудет. Общая площадь лесного хозяйства 107 257 гектаров. Работает горячая линия МЧС. Организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. 7 психологов оказывают экстренную психологическую помощь в ЭВК-пункте Аулекольского района. Консультативная помощь оказана 124 жителям. Тушение пожара продолжается. Обеспечение, в принципе, технически, то, что город показал себя, совершили марш без происшествий, техника в исправном состоянии, это тоже дорогого стоит. Глава государства, когда производил облет, я ему доложил о всех проблемных вопросах, которые у нас с вами есть. Это, прежде всего, низкая заработная плата, отсутствие социального пакета. Это то, что вы, приходя на службу, организовываете питание, каждый то, что есть, приносит из дома и готовите там. Главой государства поддержано. В том числе рассмотрите данное поручение правительству. Также министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин встретился с пожарными и личным составом, задействованных в тушении лесного пожара в Костанайской области. Он поблагодарил всех за проявленное мужество, самоотверженный труд. Глава государства оценил высоко работу нашего подразделения. Я думаю, мы не должны посрамить именно наше боевое подразделение МЧС для того, чтобы выполнять всегда с честью задачи. Поэтому вам огромное всем спасибо. Сейчас распределяйте по участкам, которые есть возгорание. И необходимо будет максимально проработать вопрос для того, чтобы до обеда все термоточки забить оставшиеся. Часть сил МЧС будет находиться в Костанайской области до окончания тушения пожара.